10 тысяч доз вакцины против гриппа завезли в 4-ю городскую больницу. Нужно прививаться против гриппа. Безусловно, нужно. Поэтому мы всех приглашаем в городскую поликлинику номер 4 сделать прививку против гриппа вакциной «Совигрипп». Вакцина абсолютно безопасная, не имеет никаких побочных эффектов. Прививку можно поставить с 8 до 20 часов вечера, обратившись в регистратуру либо на пост медицинской сестры на втором этаже. Прививка – самая надежная защита от гриппа. И даже не больно. Врачи подчеркивают, идти в поликлинику не обязательно. Бригада может приехать к вам, если организовать группу и подать заявку. Пока вот я немножко простыла, прививку от гриппа нужно ставить, когда человек здоров. Вот. Выздоровели, обязательно поставлю. В Нижнем Тагиле ни одного подтвержденного факта заболевания гриппом пока не выявлено. Но эпидемиологи настаивают, прививаться надо. Да, конечно, мы поставились. Мы привились полностью всем коллективом, потому что мы ежедневно контактируем с пациентами, с больными. Поэтому, чтобы обезопасить себя, мы, естественно, все привились. Потратить 3 минуты на прививку или провести 2 недели в больнице – решать вам.